Так, сейчас вторая, третья, четвертая патча. У кого нет саппорта, дайте трейд. Кругляшку. Киломер раздал уже. Ну и что нахуй, где, чё мобы, блядь, вот опять, да? Пиздец. Дичь ебаная, блядь. За круг за этот не выходите никогда, блядь. У меня зависло. Я понял. Так в смысле, ты же получил запрот. Чё? Я не получал запрот. Там помимо меня есть еще один друид. Так я съел, все пятые пати дал саппорту. В смысле? Ты дважды дал саппорт, да, друиду? А, нет, я снизу вверх кликал. Может, отменил? Да я вообще ничего не получал. Я тебе могу сумку линкануть, не знаю, вот с фоткой. Да не надо мне твоя сумка. Сейчас я зайду, я вылетел. Что за хуйня? Я вот этого никогда не видел, чтобы два раза трэш запускался, блядь. Это кто-то поднасирает нам, блядь. Центр, центр, зайди в центр. Мистер лежит, хватит его резать. Вот с этого рейда можно в тот брать вот этого друида, можно брать ультраприста, но за остальных пока не уверен. Щекаста можно брать, вроде проблем нету. Вот три тела. И надо тот рейд разбавлять, чтобы он проходился на фул. И в этот рейд побольше челиков с первого состава, чтобы меньше залупы всякой было, блядь. На заметку себе берите, на следующем, когда будет расписание РТ стоять в календаре, смотрите, будет первый, будет второй рейд. Но людей все равно надо продолжать искать, потому что хуй знает, кто-то не придет просто. Ну так. Сентак, ты тут? А, да. У тебя была эта триня с Сарана? На последнем трое Иланы. Да. Да, да, была. Третья, четвертая пати. Кому нужен еще саппорт? Трейд кругляшку. Дайте. Что, мне так в ДЦ и оставаться, ультраприз? Да, конечно. Хотя, подожди. Так, чё, теперь первая, вторая пати, кидайте трейд. Кому саппорт нужен? Да не, в этого, в ШПшника спекнешься. Я, наверное, побуду в этом. Там два приста и так. Она 7 раз сработала за тот трай. Да, триня топ, я не знаю, что вы все говорят, что она говно. А полное говно. Проверяй, нормальная нет. Нормальная триня. Посмотри, его details. Тебе же сказали, открой, что хрень не пишет все подряд. Кстати, хазак рисуется нарисованной трине. Потому что, ну, допустим, просто посмотри, там на первом 5к она нахилила. То есть на первом скрине. Ну и что? Ну так это потому, что она сработала. В смысле? Она, ну, да, сработала, ну, она указывается на каждом смотреть. Она сработала там, до этого по 9 раз срабатывала, на последнем она 7 раз сработала.
она не записывается как мое исцеление, потому что она кидает баф на игрока, и на нем 15 секунд эта фигня висит. Если у него будет меньше 50 здоровья процентов, она его исцеляет. А, да, я вижу. Но даже если она так сработала, то 7 раз это 5, это очень мало. Это очень плохо. Ну, ты раз в 6 секунд, 5000 исцеления. У тебя охота хилит, блядь, там по 6, по 7 тысяч, блядь, там, ну, или сколько они там, по 3, по 4. Ну это залупа, блядь, ну, тем более на рестор друида. Не знаю, может там на какого-нибудь Холи Пала еще. На Холи Пала точно нет. Возможно, только Аршаму. Только Аршаму тогда. Да даже на Эршаме это будет говно. Нет, это, блядь, ну, люди не просаживаются до 50% по большей части времени. Да, я заметил. Да, расскажи это. Угу. Ну, это сейчас у вас так было, блядь. У нас в Гире все нормально. То есть там люди практически не просаживаются до 50%, когда у нас, блядь, по 10 хпс от 3 чела и ну, по 5-2. То есть... счеты срабатывают раз 45 секунд и тоже хилят 7 тысяч. Вот нахуя мне тогда счеты носить? Ну, поэтому ради ты их не вот носишь, 6, ты 6, на нее да? ищешь другую триню. Ну вот, у меня вот эта триня. А у подушки нет этой трини. А, на Эрша. А, на Эрша. Взял у подушки, забрал, блядь, триню. Чё, гайд рассказать? Синих рун надо выходить. Душки, триню, у ДЦшника, травму, джентльмен. А, вообще пиздец. Джентльмен. Бабафоб, блять, просто. Да мне похуй. Я понял, блять. Ну тебе похуй, нахуй, 9 человек остались, блять, без Молчазара. Ну тури. Синтек, надо было не ролить, блять. Понятно. Я... сам вначале сказал, что я за ним иду. Вот так вот, хилы разваливают гильдии, блядь. Не пошли в кару, потом в 25-ку не пойдем, блядь. Из-за этого, блядь. Ну чего вы предлагаете, распылить ее, что ли? Это вообще жопа будет. Подушка тебя найдет, блядь, по IP вычислит. Я уже написал, где я живу. Ты понимаешь, что теперь с этой трини тебе надо ходить вообще нахуй не снимать. Если ты ее хоть раз снимешь, и кто-нибудь это увидит, все, ты пизда. Ну я буду с ней ходить, пока что-нибудь нормально не выпадет. Не-не, даже если ты вот ее вообще не можешь снять теперь. Что-нибудь нормальное. Что-нибудь нормальное, что, это счеты из дерева? Нет, счеты мне тоже нахуй не нужны. А кстати, счеты падали, вот двое счет, кому отдали? Подушки же одни отдали. Ой, я не помню, блять. Одни нулик забрал. А, вторые, по-моему, бидону отдали. А, да, два шама получили. Тотемы убираем, петов убираем. Я на пыль поменяю. Звездочку захиливаемся. Короче, я не знаю, что там. Фрост резист. У меня есть одна вещь, короче, с фрост резистом. Так, ультраприз ШП. Синтек, захилите или нет? Там шаман, на него не надейся. Да, на... захилим. Захилим. Нихуя, я вам не верю. Ну, блядь. В смысле, танка не захилим, конечно. Ну и все тогда танк, нахуй, значит 6. Я ебал нахуй, вы поебете танка. А ты танка захилишь? Блять, да захилю, конечно. Да он не смог друида перехилить, блядь, который одет хуже его. Че ты спрашиваешь? Ну, понятно, блядь. Значит, слушайте это внимательно. Я половина своих кнопок не знаю. Время дохуя, время дохуя. Если дадите пати, помогу. Кто? Фарла. Я, блядь, только проснулся. Ну, берите, он за место один хуя Фарла и давай бить.
Давай. Давай один хуй почилишь. Да. Один хуй. Ставьте всё, портал. Можешь обратно в сову. Все равно не хилишь. Ставьте портал, Долоран, поставьте. А ты это... в игре? А, вот. Дайте саппорт, пожалуйста. Прот ушел, фир есть. Трейд мне кидай. Посиди, короче, это самое. Один хуй. Ну, пока СПДшки маловато, сейчас синдрует или чай банем. ФСУ, вот теперь захилите. Надеюсь. Значит, основное ваша задача — отбежать от притяжки, поставить 5 глыб внизу, между глыбами рейндж 12 метров, между самими метками, синие метки над головой людей, и между остальными людьми без меток 12 метров. Если ближе подойдете, будут лишние глыбы, мы босса должны бить, а не глыбы. За глыбами прячемся от 4 бомб, это на взлетке, на последней фазе стоим в кружке, все глыбы ставятся в звезду без исключения, как только надо будет в сторону, я скажу об этом. Хрюк где? Тыкну сумму. Мы не можем присуммить, потому что, по-моему, ДЦС еще тут. Да. Один хуй, ты тут? Поставьте портал Долоран маги, сука. Вы тут? Пиздец, блядь, как будто не слушаете нихуя. Протонулся один хуй? Не вижу, я просто спать его в 8-ю закинул. Я уже на синдре. Ну, Фарл, да, один. Ну, он это стоит тоже... АФК, походу. Один хуй, ты тут? В это, в портал заходи, там мы хэпала возьмем. Тебя на замену отправляют, давай. Чтоб попроще было. А то я друидом... Я захилю, конечно, блядь, но это залупа. Чё, там портанулся, нет? Да, он портанулся. Все, смоним. Все, чек на пул. Бигдемрарник? Да, бигдемрарник. Не уроните их. Песа готов? Все, запускайте, пошли, спускаемся вниз. Кто начинает, бигдем или рарник? Бигдем. ДК больше агро. Притяжка будет, скоро готовимся. Поближе к боссу встаем. Метки. 5 меток вниз ставим. Синие метки над головой смотрим. Угу. За метками прячемся. Справа далеко. Это третья и последняя, четвертая. Падает справа близко. И бежали. ЛДПС. Вот кто словили, это вайб Герри уже. Склеп помогаем. Это что за хуйня была? То порезаю. Фулбаф по топе. Каску лапу пристебах. После дыхания будет притяжка, готовимся. Так, готовимся. Беги, малышка, беги! Трепещите!
5 меток вниз спускаемся. Синие метки вниз. Друг с другом не бегайте, дамаг двойной получите. Все нормально. Нихуя сложного. Прячемся. Справа близко. Там же справа близко. Так, это четвертая, нет, что-то. Третья. Четвертая была, какая третья уже. Давайте. По склепам full DPS. Тяжко будет, скоро готовимся. После дыхания. А, или после, или перед. Убираем. Как дела там, шаман? Вставалку юзай. Сразу захилить его, засчитывать. Вот тебе и нырок. Больше так не делай. А то в ветхенха придется волка качать. Будет взлетка. 5 секунд, 3 секунды не успеваем. Пару процентов. Здесь ваше вторжение и окончится. Никто не уцелеет. Убав по шаману. Метки вниз. Друг с другом только вместе не стойте. Двойной урон получите. По центру. Чуть левее падаем. Слева близко. Слева далеко. И четвертая, последняя. ДПС по склепам. Центральный 30. Значит, пошла фаза. Первую звезду и сразу разбить. Милики уже можете уйти. РДД в кружок. Ребят, все в кружок. Так, Шура пошел. Фул, за фул заходить, фул хп его. Сразу разбиваем его. Знакомый освобожденка, стопайте дамаг. Сразу разбиваем, сразу зергаем. Следующий туда же склеп. И не бить, будет притяжка. А, синтек нахуй вылетел. Или нет? Давай разлагивай. Стоим, не бьем, будет притяжка, смотрим. Стоим в кружке. В кружке, блядь, сейчас улетишь. Если... Вот, относи вперед, притон. Вперед это относи. Рядом. Ставь-ка это рядом. Ну, чуть-чуть еще вперед. Не заморозь, рей. Блядь, я еблан, сори. Ладно, ничего. После притяжки эти две глыбы разбиваем. Разбиваем глыбы. Переднюю, быстрее. Весь рейд глыбы бьет. Все, вперед неси, милики ушли. Неси, неси вперед. Полная сука. И тут тоже разбиваем. Танки меняются, танков хилим. Вот, чутка босса поддамажим. Следующую звезду и сразу разбить. Звезду, милики ушли. Сразу разбиваем. Главное, стойте, скидывайте за каждый склеп. Это, стаки. Все, поддамажим немножко. Отдотываем босса. Неси вперед. Звезду милики отошли от звезды. Сразу разбиваем. Сразу разбиваем. Следующую туда же и будет притяжка. На ком там? На ретрике. Ретрик, ретрик звезду. Все, будет притяжка. Сейчас стоим ровно в кружке все. Стоим в кружке. Вот притяжка. После притяжки разбиваем. Разбиваем. Следующую метку звезду быстрее разбиваем. Звезду и сразу разбить. Что там еще пока рано зергать? На ком там любящий ты? Ага.
Щиточек насядай. Не могу, КД. Немножко сместились, блядь. Нахуй вы синдру дрочите, блядь, танки нахуй. На себя кружок поставил, вот так, если еще притяжка будет. Звезду и разбить, следующий ретрик беги. Великие ушли. В кружок встаньте, чтобы скидывать знаки. Вот в сову немножко переместитесь, вот сова прыгает. Так, разбиваем. Иди, иди, иди. Еще притяжку будем ждать, и после притяжки уже мы спокойно добивать. Обдотывайте босса. Звезду и сразу разбить. Нажми щит маны, мне нету щита, это нельзя. Так, сразу его разбиваем. На следующей глыбе будет притяжка. Следующую звезду. И стоим в сове в кружке. Вот, рога. Фул захилить его. Стоим в сове, в сову переместитесь, чтобы центр босса был параллельно. Отбегаем, отбегаем. Дай ему сейв. Он, блядь, слишком глубоко убежал. Разбивайте глыбу. Так же все делайте. Синтек войда ресы. Ну там, блядь, не знаю, достанешь, нет. Дай пса на ману. Щекастый на хп. Вы не забывайте за глыбы скидывать стаки, иначе вы выпанетесь. И глыбы разбивайте, там челики ваши. Хилы, танки. Дамагеры. Ну. Угу. Интересно. Угу. Пиздец. Блять, не так. Что там с глыбой, кто-то это, синтек на тебе. А, да, синтек бежит. Да я... У меня там, блядь, 700. Это баг, баг ебаного, да, босса. Чё там до берсы? 20, да? 25 секунд. 4 ляма. Геру бы дали там. Да какая Гера, это чисто вот залупа ебаная, блядь. Да. Притяжка нахуй. Ну ложитесь, хули там уже не добьете, наверное. Берса 2 секунды. Че притяжка? Причем тут баг, если, блядь, вынесли ебаный склеп прям в самого босса, зачем? Так его притянуло во время. Его притянуло. Его притянуло, ты че не видел? Да, во время притяжки его. Она притяжку дала и склеп одновременно. Еще бывало, когда она притянула сначала, а потом дала склеп в челиков, так там все в склепе были. Но тут повезло, что он ближе был просто нас, поэтому ему дали склеп, а мы подлетели уже под склеп. Ну да. Рядом бы где-нибудь стояли, мы бы все замерзли точно так же. Еще не выбежали, потому что за склепом люди оказались. Ну, сейчас, короче, я знаю, что мы сделаем. Мы просто дадим Геру перед третьей взлеткой, чтобы перевести за две взлетки. И все, и дальше нормально добьем. Жрите рыбу. Мистер СС по Войду. Притон по синтеку. 20 секунд. Блин, я, может, там, короче, извиняюсь, но, может быть, будет последний трайер, это она будет выходить. Ругается жена. О, боже, она на полчаса РТ задержалась. Да нет, ну, как бы есть там 4 часа, жена терпит там, изредка может еще там, потерпеть там, когда слезы упрашивают. Но уже горит все. Че, фулл баф дали? Принимаем готовность. Рарник. Пошли запускать. Дамажим посильнее, посерьезнее. Хотел пожрать. Репишите, смертные!
Тяжко будет, готовимся. Беги, малышка, побегаем. Метки вниз. Синие метки над головой смотрим. Спускаемся. Ну, блядь, раньше между собой наберите, сука, треугольник, череп, нахуй. Злобный ультраприз не видим. Слева падает близко. Опа, еще один, блядь, топал. Блядь, вы слепые, нахуй, или что, блядь? Хватит, нахуй. Слева близко. Не знаю, ты прям заебись было видно. О, так заебись поставили, типа босса ловить удобно потом. Ну с клепа играем нахуй или что, блядь? Подбивайте получше как-то. На 20% равномерно. Видите, у кого больше хп, того бьете тот склеп. Тяжко, скоро будет, готовимся. Беги, малышка, беги! Теперь бессильна! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти? Ну, типа больше надо мазать надо. Метки вниз. Все хилы просто в метках, нахуй. Отмот. Опа, попросту. Слева далеко. Смотрите, где ебаные бомбы падают, нахуй. Фуловых склеп подбивайте. Те, которые меньше половины, уже не подбивайте. Вы притормозите. Слева последняя падает. Сука, вы в гере вообще не нужны будете, так, если так будете ловить. Фулл ДПС по боссу. Третью взлетку нельзя допускать. Геру? Да, давай. Фулл ДПС. Брусты и припоты выпейте. Так, сейчас 10 стаков хлопну, блядь. 4, 3, 2, 1. Притяжка скоро, готовимся. После притяжки хуярят прям изо всех сил. Беги, малышка, беги! Убегаем. Хуярим, дамажим. 10 секунд у вас. Да, успеваем, 2%, хуярим за всех сил. 7, 6, 1. Все, успели. Все, теперь стопайте дамаг. Стопайте дамаг, скиньте сначала обморожение и таинственную энергию, всю хуйню. Звезду и первую разбить. Звезду, паладин. Паладин в рейде стоит, живем. Сразу его разбиваем. Все, на дотах босса добьем. Все, сразу разбиваем. Главное, за каждый скидывайте стак. Все, обновили доты по боссу. Следующую звезду и не бить, будет притяжка. Дайте фридом, пожалуйста. Под АКшку. Рогу. Так, стоим, ждем притяжку. Вот, после притяжки сразу зергнуть глыбу. Уже до половины подбиваете. Все, зергаем глыбу. Звезду неси, милики ушли, милики ушли. Звезду неси, на ком там метка. На злобном. Он отнес? Нет, вижу. Вот он. Все. Сразу разбиваем. Все, и будет время 2 секунды доты обновить.
следующую звезду и сразу разбить. Смотрим на ком. Вон, мистери. Фул заход от него. Сразу разбиваем его. Так, следующую звезду. И опять сразу разбить. Зорд звезду. За, фул заход от его захилить. Ну, звезду, а вот все нормально. Сразу разбиваем. На следующей будет притяжка. Следующую звезду и не бить. Так, не бить. Будет притяжка. Вот глыба появилась, стоим. Подбивайте глыбу. Подбивайте глыбу. Все, разбивайте глыбу быстрее. Следующую звезду, еще одну. И сразу разбить. Еще одну звезду. Кто там? Ультраприст. Сразу разбить все остальные в сторону и фул ДПС по боссу. Вот этого зергаем, разбиваем. Милики стаки скинуть и уже можете босса идти забить. Все остальные лево-право и ДПСим. Фул по боссу хуярим, уже ничего не стопаем, никакую хуйню. Но ваш... Гера нету, может помолимся. А Гера нету, походу. Я забрал. Там 6 лямов, нормально. Я ставлю чили. Все, глыбы ищи, глыбы ищи. Все, танк. Может полипал в глыбе, может быть его разбить? Да, да, давай повернемся, разобьем. Фул задотайте эту хуйню. Дайте массейв, шалфир на хп давай. Щекасты тоже на хп. Глыба. В звезде глыба нахуй, смотри. Смотри, сейчас 10 миликов заморозится. Право-лево выходите, добивайте босса. Продажник я нашел, скинул, иду. Сказал же все в сторону, нахуй. Че глухие, блядь? Зеленку нажал. ХП читаем оставшиеся присты. Право-лево выносим, синие метки добиваем. Проблемы со слухом, что ли? Блядь, какой нахуй ты был, блядь? Дайте... Клык нахуй, за ним же сюда пришел. ТПЛ, что ТПЛ-то, блять, падает. Там вальки нахуй, сука, стойте, не телепортируйтесь и никуда не бегите нахуй. Ждите вон шалфира, или кого там, вот на шалфира звезду кружок поставил. Никуда не бегите без него нахуй. А то, блять, сейчас сагрите вальку, мы еще час тут, сука, просидим. Никуда не бежать, телепортнулись и стоим, ждем, блять. Пока я разролю все это. Всем стоять! Ну если пробежите, стоять, то только... блядь, полиция Майами. Так, кому тут надо? Я сейчас сагрываю. Так, два токена отдал. Талик. Это бис. Притон. Стойте, стойте. Сейчас я к вам телепортнусь, блядь. Мы разрулим эту хуйню с вами. Это пошли. Осколок. Пошли, пошли, пошли. Осколок? Ага. Забирай. Забрал. Суммоним хрюка. Шкаф давайте. И друида еще. Пятая пати. Ну, быстрее давайте. Друида сумоньте, хорюка сумоньте. Диспелит чему кто? Фарла, я да? По диспелю. Фарла, да? Угу. Так, все, все тут. Запускаю лича. Сейчас поставлю рыбу еще. Когда говорю убить, убежать с центра, значит убежать с центра. Бить валик, приоритет. Вальки появились, они схватили наших хилов ДД. Сначала вы бьете их, потом все остальное. И еще валика, которая летит отдельно, в любую другую сторону, отдельно от двух валик, от трех. Одну вальку бьют все РДД. Две вальки, которые летят вместе, бьют все милики. Лича, запомни цель. Слушаем внимательно. Ману резайте быстрее. Не ебланьте, лучше не подамажьте лишний раз. Лучше посмотрите, что делать. Тут можно вайпнуть рейд очень легко. Чуму выносим к рарнику. Вот на нем квадрат. Чума появляется. Да, вон где этот. Как он называется, блять?
Где дебафы ваши, нахуй, орда, вот это все хуйня. Только не к самому рарнику, а к мобам, которые возле него будут. Вот он, видите, квадратик отбежал. Вот сейчас можете даже стопнуть, ничего не кастовать. Сейчас после заражения будет чума. Смотрим все внимательно на свой дебаф, блядь. После этого заражения чума, смотрим на коп. Вот, Вадикон побежал. Диспойл, нормально. Вот вы должны также все исполнять это. И смотрите, чтобы вы недалеко стояли от этого отравника, чтобы вы успели добежать с чумой. Чума 2 секунды. Смотрим на дебафы, стопнули дамаг, смотрим на свои дебафы. Он топовый несет. Все нормально. Пять процентов фаза. Чума 5 секунд. 3% фаза. Ширкря. Две секунды. Смотрим на чуму, на ком появится. Внимательно. Злобный друг, быстрее вноси. Вот, отлично. Молодец. На край заходим, на край заходим. И рейндж набираем между собой. Эту хуйню зауешиваем. Не люблю щиты, да, Лейнер. На сферах, значит. Давай, кто у нас там? Ультраприст и щекастый, сидите на сферах. На второй переходке ультрадруин помогаешь. Алло, заспальте. Два приста так опрометчиво сокрушение выкинули, просто никуда в шаткарел, чтобы до гневного подождать. Сейчас, когда переходка через 2 секунды, через 3 секунды закончится, сначала убить сферы надо. Потом духа добиваем. Закончилась переходка, сферу убили. Забирай, забирай разве. Что, духа задотываем. За спину луча встаем. Все быстрее за спину луча встаем. По валькам фулл ДПС даем. Фулл ДПС по валькам. Через 3 секунды лево-право милики расходимся. Разбежались милики. Из подвалика и из центра все ушли. РДД по валькам бьются. Вот, хорошо. Вышли, выпрыгнули отсюда. Кружок будете бить? Упал, нет? Нет. Теперь... Не упал. Внимание, теперь эта ебаная лужа с вальками одновременно. Встаем на полукруг. От совы до осквернения. Милики по команде с центра выходим. Милики, выходим с центра. Сначала смотрим, где лужа, потом бьем валик всем рейдом. Лича ведешь к валькам. Вот, от черепка отошли, осквернение на мне. Все, бьем валик. Кружок весь, ну, треугольник, устан будет. Роги, нахуй. Вообще, нахуя нужны тогда? Замедление, замедление там. Быстрее треугольник разбить, сука. Будете давать отдохнуть? Ой-ой. Так, вышли, с центра вышли, в центр не идти. По полукругу рассосались. Сейчас сначала лужа, потом возвращаемся в центр. Злобный Индр, по нелюблю щиты. Сначала лужа, теперь в центр идем. В центр идем, не шаман, выходи, кто? Шаман, выходи, сука. За спину лича встали. Где квадрат стоит с этой стороны? Не чтобы лужу. Замедляйте. Печеньку можете не бить, там лоб. Да похуй там... уже, не надо ничего. Бейте все фулл ауе.
больше ДПС, ты больше ДПС проебешь, чем мы тебя разобьем. Осквернения вышли с центра, быстрее. Все с центра ушли. Танки с центра, сука, это с центра, нахуй. Нахуй вы по центру бегаете, блядь. Все, возвращали сейчас сюда. Давай на другую сторону, вот сюда, лететь. Где квадрат бегает, с этой стороны встаем. Там, ладно, нормально. На другую сторону, короче, летим. Будут вальки. Готовимся. Сразу. Вот вальки схватили три человека и сразу набрали рейндж. Вот. Фул стан валька. Осквернение 2 секунды. Разбежались. В центр ушли. Из-под валик ушли. Осквернение на бигдеме. Все, фул ДПС по валькам. Станы, быстрее замедление. Все, 3%. После этого будем переводить. Ну здесь остаемся, здесь остаемся. Да, здесь остаемся и будем переводить. 2% лича бьем. ДПС полечу. Готовьте массакры и всю хуйню. 1%. К краю поближе встаем, чтобы успеть запрыгнуть. Все. Массейв, налет, мастера руты 4, всю хуйню. Готовьтесь перейти на платформу. Переходим на платформу. Дал иннер еще один, не люблю. Рассосались, рейндж набрали. Духов танчим. После этой переходки особое внимание хилы. Не проебите. Все мгновенные косты оставьте, чтобы захилить человека, которого будет забирать в комнату. Кого заберет в комнату, если вы не знаете, мы вам скажем, что делать. Это злобный друль, помогая на сферах двум шипешникам. Когда переходка закончится, мы не дух бьем все остальные РДД, а помогаем сферы добить, иначе они до нас долетят. Переходка закончится через 5 секунд, через 3. Готовимся. Секунда. Все в сферу свичнулись. И во вторую еще. На край зашли, то упадете. Все, бьем. Сейчас хилы, готовимся захиливать. Я тоже вам помогу, наверное. Меня забирает, захиливаю. Все, там знаете, что делать, поносите, кто там, бигдем, говори, право, лево, побежали, стоп, и так далее. Все, побежали на ту сторону уже, он духов кастует. Сейчас осквернение еще будет, по сторонам разбегитесь, то есть в центре вы не разливаете. Да, в центре никого не будет. И все за спину луча встаем. За спину луча. Осквернение разбили. Нам нажимать. Да, он какой-то духа проебал. Да. Дом далеко летел. Все, побежали на ту сторону, уже опять по сторонам, и будем осквернение вносить. 2 секунды осквернения. Рошан, ты там есть? Если есть, я сейчас дам гимн. Да, что там? Осквернение вышло, за спину лича все встали. Там аккуратнее с обрыва не упадите. Жатва 3 секунды вроде как. Готовимся прохиливать, секунда. Щекаста захиляем. Сковывание нежити. Сковывание нежити на красного духа. До этого пошли бьешь. По сторонам, чтобы это оскорение. Когда он будет кастовать, красный дух каст. Вот оскорение на мне, отбегаем от меня. Когда будет красный дух кастовать, это сковывание нежити ему дашь. Так его... Лови, лови, иди. Так его убить надо там. Понял, щекаста? Там кроме духов поймаете, там шапешники пишут. За спину ДКшники все встану, вот, уйдите. Я зеленку нажал. Не знаю, я поймаю, наверное, часть. Я умру, не умру, мне все заебись. Первый, да. Осквернение разбегайтесь. Сейчас после каста осквернение. Сначала духи, потом осквернение. И на другую сторону сразу бежим. А, там 3%. Все, процент, добивайте его, добивайте. В луже-то не стойте, уёбки, чё вы делаете, блядь? Вы чё, дебилы, нахуй, или что, блядь? Кто это? Я сейчас тебя выберу. Щекасты, щекасты, ты дебил, блядь. Он, скорее всего, из комнаты вышел и попал туда. Так он стоит в ней, кастует пытку, нахуй. Сука, щекасты, нахуй. Что скажешь своё оправдание, блядь? Я понял, блядь.
Чтоб я такого больше я бы не видел. Это было бы заебись 2% лайк, нахуй, просто, да, блядь, нахуй. Лужа. Так-то да, блядь, если там челики бы рядом стояли, лужа бы выросла за 2 секунды, блядь. Мы бы просто чилили, нахуй. Ладно, нахуй, это очень напряжно. Такие рейды, блядь. Идем. На какого лока? Зачем? Можно еще в десятку собирать. А, это некромантика. Ебать. Чтоб я сдох, бля. Вот что, оказывается, новое узнаешь. В итоге, считая фулрейд твинов, блядь. Оказывается, та. Да какие твины, блядь? Ну, на Джейка. Дисагрит. Кто у нас там? Шура. Да тут, блядь, 5-6 твинов, нахуй. Войт, Фьюри, Вадикон. Я не твин, меня твином можешь не называть. Этот кто? Некромантика. Типа, у кого одетые персы слабенько, это можно еще сказать, там, альты, твины, там, бомжи, блядь. Блядь, 2 Криса, вон, 6 рогов, да? Я понял, нахуй, в натуре, блядь. Ну, я себя тоже назвал. Это за то, что с первого трая убили еще? Или что? Это чтоб каждому роги хватило. Так они нахер не нужны в зал. Крис, это на кого? На мутика? Наверное. Хоть на кого. Кому надо? Так, ладно, я так понимаю, это все, да, на сегодня? Чего больше не будет веселого? Там, короче, 2 носка лотереи выиграл, 50к, убедите его задонить. Ладно, удачи. Какую лотерею он выиграл? Кейс крутанул в КС-ке и, короче, нож выпал. Что такое нож? Не знаю, за 50 тысяч какой-то. Опа, я. Честный человек. Опять меня шема убил, блин. Где моя шкатулка? Слава ГМ, ГМ обычка будет или нет? Уже да я что-то ебал, нахуй, такой ГМ обычка. У меня сейчас ночи, нахуй. Как ты думаешь? Как шкатулку золото? Давайте это самое. Вот смотрите. Что у нас? Завтра воскресенье. Вот все, кто сейчас есть, там новенькие, там твины. Ну, если хотите, попробуем завтра собрать. Завтра что у нас стоит? Десятки. Десятки гер. Сегодня уже хуй знает. Ты бигдем завтра не работаешь? Работаю. Ну как работа, мне надо завтра делать. Я сегодня хотел, в итоге буду завтра делать. Потому что, блядь, моя жопа сегодня нихуя не стала делать.